Встреча с молодежным крылом ОНФ прошла в Люберецкой администрации. С общественно активной молодежью беседовали глава округа Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Они отвечали на вопросы собравшихся и искали дальнейшие пути взаимодействия между властью и молодым поколением. Молодежь – будущее страны. От ее решения и выбора зависит многое. Эти слова не раз прозвучали в ходе беседы с молодыми представителями Общероссийского народного фронта. Глава округа также отметил важность участия подрастающего поколения в общественно-политических процессах. И главным качеством успеха в этой сфере назвал их интерес. Ребята, в молодые годы, кто неравнодушен, кто пытается набраться опыта, научиться работать, научиться ставить вопросы, решать эти вопросы, у них всегда получалось, получается, и они всегда к чему-то приходят. О стремлениях, идеях и своих желаниях рассказали молодые участники встречи. Они задавали волнующие вопросы представителям власти, касающиеся сферы ЖКХ, работы управляющих компаний, а также вопросы спорта и его развития на территории Люберецкого округа. Такой интерес молодежи к непростым темам, по словам Игоря Каханова, не может не радовать. Сегодня вырабатываем ту стратегию, как будем взаимодействовать в текущем году и на будущее. И мне было очень приятно, что есть неравнодушие. Равнодушные молодые люди, которые тоже хотят того же, чего я хочу, да, чтобы люди жили лучше. Также депутат рассказал участникам встречи об особенностях работы Мособлдумы, ее составе и пояснил принцип работы одного из профильных комитетов. По итогам заседания все присутствующие пришли к мнению, что взаимодействие общественников и власти – неотъемлемая часть результата во всех сферах. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.